В Эфиопии во время беспорядков погибли десятки людей. Сотрудники полиции задержали за насилие около 400 человек, 200 из которых потом были арестованы. В Эфиопии неподалеку от столицы страны Аддис-Абебы произошли беспорядки в этническом центре Орома, во время которых погибли минимум 23 человека. Об этом сообщает Роутерс со ссылкой на полицию во вторник, 18 сентября. Беспорядки произошли после массовых демонстраций в субботу, которые проходили по случаю возвращения в страну лидеров повстанческого движения «Фронт освобождения Орома», которое выступает за самоопределение Орома, самой крупной этнической группы страны. Государственное агентство Fene Broadcasting сообщило, что полицией за насилие было задержано около 400 человек, 200 из которых потом были арестованы. Ранее сообщалось, что в Эфиопии разбился военный вертолет, летевший из города Дредоа до города Дебрезиит. В этой аварии погибли 18 военнослужащих. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.